Вы знаете, этот концерт на самом деле посвящен предстоящему юбилею Самарской филармонии и Самарского академического симфонического оркестра, которому исполняется в следующем году, в 2015 году, уже 75 лет. Поэтому мы, конечно, волновались по поводу того, что вот мы выступаем в таком величайшем зале, самом знаменитом зале, одном из самых знаменитых залов нашей страны. И, конечно, нас волновало то, что это предстоящий юбилей нашего оркестра. Вы представляете, в 40-м году, когда уже было ощущение дыхания войны, правительство создает новую филармонию, новый оркестр. Это дорогого стоит. Это как бы очень значительное событие, потому что вот духовной жизни народа придавалось вот большое значение. Музыка, она является стержнем в душе человека, особенно русского человека, особенно русская музыка. Вот. Музыка структурирует сознание нации, она очень помогает человеку пережить невзгоды, несчастья и помогает ему радоваться тем праздникам, которые встречаются на его жизненном пути. Вот. И поэтому я думаю, что вот мы начали такую встречу нашего юбилея вот с концерта в зале Чайковского. Это, мне кажется, достойное начало. Концерт, по-моему, замечательный и вообще большое очень событие, что наш оркестр выступил перед московской публикой. И я думаю, вот этот альянс состоялся. Я очень хочу поблагодарить правительство Самарской области и Министерство культуры Самарской области за то, что наш оркестр побывал с таким замечательным концертом в Москве. Это очень символично, именно в год культуры, накануне 75-летия филармонии Самарской. Всех очень хочется поблагодарить.